Всем привет, всем добра. Что хочу рассказать? Сегодня 16 мая. Я пересадила нимфеи в контейнеры побольше и поставила антивандальные сетки. Это от рыбок, чтобы карпики не рылись, не разрывали грунт. Сегодня открыла купальный сезон. Вода 12 градусов. Пришлось порядком померзнуть. Но я все равно это сделала, я молодец. Взяла вот растение еще с пруда. Это, по-моему, типа водных кал. Вот цветут такими белыми цветами, очень похоже на водные калы. Да, по поводу вандальных сеток от рыб. Заказала я рыбочек, 5 штук, 5 карпиков кои. Хочу запустить для эксперимента, посмотреть, выживут они или нет. Конечно, рисково, но я люблю рисковать. Вот такое сейчас пока биоплата. Еще там несколько растений заказала. Дальше в видео покажу, наверное, и рыбок, и растения уже. Водичка пока прозрачная, потому что холодная, еще не зацвела. Надеюсь, что биоплата все-таки будет выполнять свою работу и питаться этими всякими водорослями. Вот привезли мне бактерии озон. Сейчас отмерю половинку. Здесь на 10 тысяч литров. У меня где-то 5, я думаю. Сейчас разбросаем. Будем потом запускать рыбок через несколько дней.